Кронштадтская гимнастка выиграла турнир во Фрунзенском районе. Там прошли соревнования под названием «Весенние цветы». Открытый турнир с романтическим названием собрал спортсменок в возрасте от 4 до 14 лет. Одна из самых перспективных участниц – 6-летняя Соня Куншина. Девочка занимается гимнастикой всего 2 года, но уже имеет 3-й юношеский разряд и титул «Мисс Мастерство», завоеванный на международном турнире в Эстонии. На нынешнем чемпионате она добавила в свою копилку еще одну медаль. Теперь ее мама Екатерина всерьез намерена вырастить из дочери высококлассную гимнастку, сперва олимпийскую чемпионку. Вообще у нас наград много. Соревнования проходили в Эстонии, в городе Таллин. Дали кубок «Мисс Мастерство». Это международного класса соревнования. В своей категории она заняла первое место. 5 медалей, 5. Да, у Софы уже 5 медалей. Начали мы соревноваться с весны прошлого года. Занимаемся 2 года. По завершении карьеры юная гимнастка собирается стать тренером и уже сейчас демонстрирует аналитические навыки. Во время выступления российских гимнасток на Олимпиаде в Рио Соня разобрала выступление Яны Кудрявцевой и нашла причины ошибки, из-за которой знаменитая спортсменка не сумела выиграть золото. Но Кудрявцева уронила главу, потому что вот кисть нужно не вот так делать, а вот так, чтобы бросить и потом поймать... Бросить и чтобы пальцы были выпрямлены назад. Пока же Соня будет оттачивать ловкость в веревочном парке. Помимо кубка, медали и грамоты, победители получили абонементы на безлимитное посещение этого аттракциона.